уважаемый господин Домистова, дорогие друзья, мы ценим эту возможность продолжить наши консультации по вопросам, связанным с выполнением вашего очень важного мандата. Dear friends, dear colleagues, Mrs. Tura, we value very high this opportunity to continue our dialogue on many important issues. Мы находимся на критическом этапе, связанном с усилиями по урегулированию сирийского кризиса. Now we are standing on a critical stage related to the resolution of the Syrian crisis. Нашу позицию авторитетно и неоднократно изложил президент Путин в последние недели, начиная с его выступления в Организации Объединенных Наций и включая его контакты со многими главами государств и представителями руководства соседних Сирии стран. Our position, Russian position, has been recently presented quite solidly by the president, starting from his speech in the UN General Assembly during his contacts with the heads of state and heads of the governments of the neighboring with Syrian states. Мы убеждены, что сейчас главной задачей является объединение усилий в борьбе с террористическими группировками ИГИЛ, Джихад аль-Нусра и другими. And we strongly believe that now the main focus of our activities should be on a combination of forces in fight against terrorist organizations like ISIS, al-Nusra and others. Мы призываем всех, кто вовлечен так или иначе в события в Сирии, объединить усилия и координировать действия в недопущении того, чтобы террористы взяли верх. And we urge all the parties to unite their efforts to ensure proper coordination so that to prevent the victory of terrorists. И мы очень озабочены попытками некоторых наших коллег затягивать формирование единого антитеррористического фронта, в том числе, к огромному сожалению, спекулируя на вашем, господин Домистура, политическом мандате. And we are concerned very much about the efforts of some states and some delays in creating anti-terrorist coalition, while making some speculations about these issues, including activities of your, Mr. Demistura, mission. Мы уверены, что скорейший запуск политического процесса в соответствии с общим направлением, которое выработал ваш офис, отвечает задачам объединения всех здоровых сил в интересах спасения Сирии. And we are pretty much sure that the launching of the political process on unification of all solid and positive forces started by your office would meet the objective that we face now. Но, к сожалению, на пути этого процесса выдвигаются постоянно какие-то все новые и новые предварительные условия. But unfortunately, on this way, we see the creation of new obstacles and hindrances. И предварительные условия. And prerequisites. Сначала говорили, что единственным представителем должна быть национальная коалиция, как называемая. First, they said that there should be as a single representative unified coalition. National coalition. Потом согласились, что нужно все-таки обеспечить действительно репрезентативный характер оппозиционных сил на таких переговорах. Then they finally agreed that we need to ensure the wider representation of the opposition forces. Сейчас, когда вроде бы по этому вопросу намечается согласие, стали говорить, что российская военная операция, осуществляемая по просьбе и согласии сирийского руководства, препятствует проведению политического процесса. And now they start saying that we see the agreement about the Russian military operation in Syria, which is conducted at the request and with the consent of Syrian government, prevents the reaching of the political settlement. Я уверен, что объективным наблюдателям очевидна искусственность подобного рода увязок. And I'm pretty much sure that international community observers see the artificial nature of these prerequisites. Мы неоднократно подчеркивали, что наша акция в ответ на просьбу сирийского руководства по повышению эффективности борьбы с террористами в Сирии отнюдь не предполагает предание забвению необходимость политического процесса. Наоборот, мы отмечаем возрастающую актуальность поддержки ваших усилий.
And we repeatedly said that the action, military action of Russia with the consent and at the request of Syrian government does not mean that we forget about the political process. On the contrary, we believe that the relevance of the political process is even higher. Поэтому я очень рассчитываю услышать от вас из первых уст оценки того, где сейчас находится ваше усилие, чем Россия может помочь, сделать так, чтобы Женевское коммюнике, одобренное резолюцией Совета Безопасности ООН, стало притворяться в жизнь. That is why I expect to see your assessment regarding the efforts you are making, what Russia can contribute to this process so that to ensure the implementation of the Geneva Communique and resolution of the UN Security Council. И, конечно, в соответствии с Женевским коммюнике, ключ к успеху – это обеспечение абсолютно инклюзивного характера политического процесса и движение в сторону взаимного согласия всех сирийцев. And Geneva Communique is of course a key to ensure inclusiveness, inclusive political process and participation of all forces in Syria. И достижение взаимного согласия между всеми сирийцами. Attainment of the political consent between all Syrians. Так что еще раз добро пожаловать. So once again, welcome. Thank you. Thank you, dear friend, Mr. Minister. Thank you for welcoming us at that early. We had expressed the wish to come as soon as possible here, and here we are. From here we are going, as you know, to Washington. The Russian military intervention has been definitely a new factor and certainly has changed the dynamic of the whole situation. We have to take that into account and to make sure that at the same time we don't forget the fact that there is no military solution to this conflict. And I think you have been saying it, and we will be discussing the details. Therefore, any experience we have tells us that there is just now, while there is an acceleration of military activities, there is also and should be an acceleration of the political side. Okay, fine. Conclusion, I'm looking forward to see how, while we are in the middle of this new dynamic, we can see how we can favor together a renewed political process. There are two elements in it, as you know, the working groups and the contact group. I must say, in view of this new acceleration, the contact groups or the discussion among those like you and other countries who have an influence on the end of this conflict becomes even more urgent. And that's why from here I'm planning to go to Washington and then obviously to other regional capitals. And we will be discussing how we can have a scenario, because no military intervention can be too long and certainly cannot be resolutive unless there is a political process. And I think that's what we need to discuss together. I fully agree that there is no military solution to the conflict, but fighting terrorists is something else. And this does not have any national boundaries, it doesn't have any preconditions. I believe we all must unite against terror as the Security Council resolutions call. But we'll discuss the political process, which cannot be resolved militarily, if we agree with you.